Я познакомился с фестивалем Камбо через впечатление художника Павла Микушева, который приехал в Сыктывкар, какой-то весь обалдевший такой, просветленный, и говорит, там так хорошо, там так круто. Я это почувствовал, вот эту энергию. Я говорю, я на следующий год поеду обязательно. И приехал сюда, и это действительно вот эта энергия, которая вот как бы через Пашу переселилась, и как-то он ее так умудрился донести до Сыктывкара, что она так... Я почувствовал вот эту силу. И следующий год поехал, и действительно было так здорово, было так... Ну, как сказать, была вода чистая, как Камма, и сильная. И вот это движение любви, духа, оно слилось в одну реку, и уже 10 лет несет и как бы просветляет и художников, и музыкантов, и, я думаю, многих жителей Пермского края и соседних регионов. И это так здорово вообще. И... А эта юбилейная Камба, она до такой степени знаковая, до такой степени она какая-то сильная, сильная вот желанием именно творить добро. А добро тоже надо иметь силу, чтобы его делать. Ты не будешь слабым делать добро. Сила вот любви, сила... Искусство, сила взаимопонимания, сила сотворчества. И это здорово. Спасибо, Камбе.